Сказка о курочке Рябе. Довольно известный сюжет, и эту историю, как правило, рассказывают сегодня детям младшего дошкольного возраста. При всей, казалось бы, внешней простоте, сюжетной простоте, самым серьезным образом предпринимались попытки интерпретировать символические образы, представленные в этой сказке. Конечно же, отдельный интерес представлял из себя образ того самого золотого яичка, о чем мы скажем немножечко дальше. Надо отметить, что эта сказка относится к восточнославянской фольклорной традиции, хотя подобные сюжеты имеют место быть и в других фольклорных традициях, других народов. Есть множество вариантов этой сказки, которые часто усиливаются прибавлением новых персонажей, от 3 до 6 дополнительных персонажей. Вообще такой сюжет называется кумулятивным, когда из незначительного события, казалось бы, из какой-то мелочи жизненной, вдруг, как снежный ком, накапливается огромный сюжет, который заканчивается чем-то глобальным, большим. Ну, например, один из вариантов сказки, когда после разбитого яичка и некоего перечисления всего потом, что случилось, сорока ногу изломала, дуб листья обронил и так далее, кончается тем, что сгорела вся деревня. Вообще, такой тип сюжета очень много обыгрывался и уже в современной какой-то такой медийной традиции. Из советского прошлого можно вспомнить подобный сюжет, где пелась песенка, была рефреном повторяемая одна и та же фраза: «Все хорошо, прекрасная маркиза», и дальше накручивалась, и в конце концов оказывалось, что и дом сгорел с конюшнею. В общем-то, это и есть кумулятивный тип сюжета. Но тот основной, скажем так, канон был записан педагогом Константином Ушинским в 1864 году. Жили-были дед и баба, и была у них курочка Ряба. И вот однажды курочка снесла им яичко, да не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка пробежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба. А курочка Ряба им и говорит: «Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я вам новое яичко, но уже не золотое, а простое». Вот, собственно, так звучит сегодня канонический сюжет сказки. И, конечно же, в конце прибавленная фраза, сохраненная Ушинским, которая говорит, что новое яйцо будет простым, дает дополнительный повод к интерпретациям этого сюжета. Что вообще такое это самое золотое яичко, которое так и не смогли разбить дед и баба, а разбила мышка, которая, махнув хвостиком, случайно, может, даже его уронила? Вообще, для сознания такого символического, мышка сразу становится понятна как какая-то мелочь, действительно, какое-то незначительное событие в жизни, которое разбивает нечто золотое, цельное, то, что было, вроде бы как
недоступны и одновременно этим обладали. Именно по этой причине интерпретация этого золотого яйца часто связана либо с неким мифическим образом, мифологическим образом золотого яйца, из которого появился весь мир. Есть интерпретации, что тоже вполне ожидаемо, что разбитое золотое яйцо – это потерянный рай, это что-то утерянное как-то неизбежно, и взамен получено что-то земное, простое, понятное. Но мне кажется, что здесь очень интересно то, как объяснял сюжет этой сказки и говорил об этом золотом яичке Борис Захадер, сценарист советского мультфильма «Винни-Пух». Он считал, что это самое золотое яичко – это счастье, и что достаточно иногда малого, незначительного события, чтобы это счастье разбилось. А склеить, восстановить уже невозможно, и взамен дается что-то более понятное, бытовое, простое. На мой взгляд, Борис Захадер довольно точно интерпретировал эту сказку, соотнося свою интерпретацию с тем, что беспокоит современного человека. Действительно, вопрос счастья важен. Что такое счастье? Как его не потерять? Пожалуй, вот в этом смысле такая интерпретация ближе всего и понятнее всего максимально широкому кругу людей. Если мы возьмем вот именно ее, то тогда становится понятна вот эта краткая сюжетная форма, записанная Ушинским. Дед и баба выглядят, наверное, какими-то простодушными, наивными в чем-то. Может, они действительно просто хотели приготовить себе завтрак и правда расстроились. Но само по себе золотое яичко, получается, было ими осмысляемо как простое. То есть, имея что-то цельное, золотое, а золото, мы знаем, даже вот в христианской иконописи представляет собой нечто вечное, нечто неизменное, они все-таки не смогли осмыслить эту ценность, и маленькая случайность вдруг разбила яйцо, как будто бы действительно, познав нечто, они потеряли возможность и способность получить такое же золотое яйцо вновь. Именно поэтому курочка говорит: «Снесу я вам не золотое, а простое яичко». Действительно, как легко порой теряется то счастье, которое имеется у человека. И все-таки, так как вариантов сказки очень много, и где-то курочка в конце говорит, что не печальтесь, дед и баба, снесу я вам новое, золотое яичко, то, пожалуй, именно такая концовка дает нам надежду, говорит о том, что каждый из нас, если он чувствует, что имеет вот это золотое яичко счастья, все-таки не должен его без повода испытывать на прочность, иначе незначительная мелочь может просто разрушить это человеческое счастье.